самый опасный альбом этого года. Йо. Yeah. На нашей улице праздник. 2009 дарит вам самый опасный альбом. Этот как долгожданный кусок мяса для голодных псов, и ствол снова заряжен. Стирая пары белых Air Force'ов, я стираю в пыль недоносков, оставив их с носом. Они смотрят косо, но мне на них похуй. Пока они дисят друг друга, я обхожу их сбоку. Обхожу слева, обхожу справа, сверху и снизу. Мне толпы и вне экранов, мне радиостанции, братан. Нет, я не гангстер, я просто тот, кто хочет прикормить птицу счастья. Без начальства, без излишних амбиций, без вариантов включать заднюю, без компромиссов. Грязные крысы суют палки в мои колеса, но в итоге быстро гниют, не пользуясь спросом. Возможно, да, в недалеком прошлом обойма, ага, и был нехорошим, но только для непонятных челов и чик. Поэтому либо пись, либо отъебись. Возможно, да, в недалеком прошлом обойма, ага, и был нехорошим, но только для непонятных челов и чик. Поэтому либо пись, либо отъебись. Я помню мрачное время и тех, кто был рядом, да. Помню, кто давал ночлег, когда я остался без хаты, ага. Нечего было жрать, и я не думал о рэпе, но понимал, что моя вера в это все-таки крепнет. И где-то в глубине дремлет потенциальный хищник. Он свой выход ищет среди талантливых нищих. В поисках духовной пищи он пишет. Спустя пару лет его имя на афишах. Эй, йоу, первый инферно, прием как слышно. Что считалось неподвижным, мы сумели сдвинуть с этих мертвых точек. Навыки как сталь точим, путая день с ночью. Круг сужался, становясь порочным, и надо было срочно с этим как-то покончить. На это у меня ушло практически 3 года. Вот тебе мой второй альбом, братан, суди строго. Возможно, в недалеком прошлом обойма, и был нехорошим, но только для непонятных челов и чик. Поэтому либо пись, либо отъебись. Возможно, в далеком прошлом обойма, ага, и был нехорошим, но только для непонятных челов и чих. Поэтому либо пись, либо отъебись. Yeah.